привет! С вами красивые люди. И сегодня в проекте самая счастливая женщина города Днепр, Светлана Лещинская. Привет, Свет. Привет. Что ты меня так ограничила сразу Днепром? Я вообще счастливая женщина планеты. О, самая счастливая женщина планеты. Не зря же вот Happy Women. Women, да. Это не только обо мне, это о женщинах вокруг меня. Хочу, чтобы счастливых женщин становилось все больше. Какого человека ты считаешь красивым? Красивым? Счастливого. Счастливого, да? А да. По каким параметрам ты видишь, что человек, он счастлив? Ой, ну знаешь, блеск в глазах всегда выдает. Если он есть, то ты уже ничего не скроешь. Мы хотим мотивировать как можно большее количество людей вот к такому активному и счастливому образу жизни. И что бы ты могла посоветовать или, возможно, поделиться какими-то своими жизненными принципами для того, чтобы на этой планете стало намного больше счастливых и красивых людей? Посоветовать то, к чему я всегда стремлюсь, быть на пути к счастью. То есть невозможно сказать и зафиксировать вот это ощущение счастья, потому что для меня счастье — это и саморазвитие, это вот и окружение вокруг, это, ну, такая многогранная система, и поэтому нужно кайфовать от этого пути, на пути к счастью. Я стремлюсь к тому, чтобы, во-первых, всегда поступать так, как хочу, чтобы относились ко мне, и каждый день привносить какую-то частичку. И, не знаю, кому-то рассказать про спорт, и после этого, чтобы он там побежал, кого-то замотивировать, стать счастливее и сделать какие-то действия, благотворительность, вот. Все вот это обо мне. Спорт — это вообще основа энергии, без этого невозможно быть счастливым, я так считаю, и хочу, чтобы так считали многие.